объяснительное руководство указывается на некачественное проведение дезобработки той организации, с которой у них заключен договор. На момент проведения дезобработки мы не присутствовали. То ли это был занос с продукции, то ли это была некачественная обработка, на данный момент мы не можем ссылаться на что-то. По срокам выполнения предписания обязательно будет повторное обследование.